Да, кредино. Джанхви, понравились наши цветы на Амурском бульваре? She likes this color. Which one? This one. I want any dress like this color. Да. My mom favorite color this one, you know? Понятно. Where we go, Джанхви? We will go to China market for check baggage. And after we will go for check my mom for jewelry. What about your sister and brother? We will go Bruska Mall. I want to take like Khabaras t-shirts. They can say for friends, yeah, it's Khabaras, my Jeej and Dee from there. Выбираем из Джанхви. Спрашивает скидку. 4000 he want. Знаешь, как Джанхви торгуется? А? What do you think, how much? 4000 he selling. No, what do you think? Me? How much we can take? We must check other place. We will come. Свадьба в Индии, ты легко наш канал найдешь, Work and Travel. А вас как зовут? Александр. Александр, спасибо. Александр сейчас подошел, проявил интерес к нашей индийско-русской семье и говорит, вот вам, ребята, выбирайте подарок. А вы чем занимаетесь? Продажей? Я продаю ложки, режу. Ложки? Да. Ну вот такие штуки. Мне Александр понравится. Продает на рынке центральном, вот его точка. И Джанхви, what you think about it? It's nice for me, Андриан. Ништяк. Да, спасибо. Thank you. Вам спасибо. Записать видео. Вот Джанхви. Choose for your mom. Show me, please. No, from your... You like it? Кстати, цена. Of course it's beautiful. It's last price with discount. Price. 26700. 26000. You like it's real? Real? Это бриллиант, diamond. It's real diamond, but... come nearby me. Hey! Как мы переезжаем с коляской? Андриан, они так прикольно ехали сейчас. Ну, выбираем для сестры Джанхви сына и для дочки подарки. How old? Natik, 11 years. Для 11 лет? Я помню, как-то мне мама купила такую штуку, было прикольно. Там черный лист бумаги, и ты шкрябаешь, и получается у тебя вот такой вот рисунок. А тут сейчас отдел мы зашли в русских, русские конструкторы продают. И Джанхви такая увидела флаг России на коробках. Вот, типа наш производитель, звезда. И говорит, ой, я хочу, what you say? Everything need like Russian brands. А, типа, ну, русские подарки, подарки из России. Чтоб каждый, кто увидел, типа, о, это из России привезли. Вот, я думаю, пацанам, братьям ее, ну, здесь ничего не подойдет, это для детей больше. А из детей только Natik и Винни. Вот, вот этой штуки будет маловато, Natik, я думаю, надо еще что-нибудь взять. А Джанхви хочет взять что-то с Машей и с медведями, потому что Винни любит их. Да? What you say about Маша и медведи? Маша and the bear. Any teddy, any something like for drawing, Маша and bear. Check from here, maybe you can find. I will ask the bears in comfort. They have something for Маша and bear. Вообще это не детский магазин. Ну как? Просто для творчества и развития. Поэтому... Не, ну тут тоже можно что-нибудь выбрать такое интересное. Но это уже для взрослых таких детей, лет так 14, я думаю. Нифига, ребят, здесь такие конструкторы есть. Можно пистолет собрать из дерева. Вот это нечто. Я думаю, в Индии такие подарки не нужны. Что еще тут есть? Автобус. Витаскоп. Что такое витаскоп? А что вы хотите? У нас нет на данный момент ничего из серии Маша и Медведь. Это лучше в детский мир. А, she say move. В конце, да, зала. Понятно. She say move from here, they don't, she don't have Маша и Медведь.
Да что, let's go. Вы... Вот такую винтовку можно. How much is this? О, вот это, кстати, тема. It's for whom? Both sister and brother, they can play. А кто это? Для кого? How much do you think it's playing? Вы видите, да, вот этот храм? Круто же. А, 1000, see there. Ну да, не дешевое удовольствие. It's how much? Здравствуйте. Ask them. Excuse me, what do you know about India? Yes. What are you doing? Indianka? Да. Yeah, я тебя узнал. Ты с Индии. He know you, you from India, he say. Как вы узнали, спрашивает. Похожий. You look like Indian. Спасибо. Thank you very much. Я тоже уметь говорить. He also know how to speak. You call me, make video. I make video. And what is next? Is that all? Ah. Что, say bye? Пока. Okay. Goodbye. Bye-bye. What are you feeling? Хорошо. Да. What you feeling with this guy? I'm like too scared. Говорю, давай, Никит, подойдем, сделаем видео. Я говорю, ну и что дальше? Подошли и записали. Да, Андрианчик? Да. Давай пять. О-о-о. Ту. Гейк два. Да, давай. Так. What you try to do? Какая улыбка. Красава. What you try to do? Сиси, how he starts, Сиси. Ума. Да. Во. Бр. Я вообще засыпаю. What you doing? I'm sleep. You want to sleep here? Price of tickets not good. Not good. I don't want to buy. I don't know when we can go. Итак, дорогие друзья, всем привет. Сегодня у нас 23 июля, и я направляюсь в аэропорт в Магадан. Оставляю Джон Хави с Андрианчиком на неделю. Вчера у нас был, точнее сегодня у нас была тяжелая ночь. Мы ездили по больницам. У Джон Хави обнаружили цистит. Оказывается, это у нее нормальная тема такая. Каждый год она обращается к врачам с проблемой. Да, Джон Хави? Every year you have this problem? In summer. Понятно. Something to add? You will miss me? Mm-hmm. Давай, Джон Хави. Обнял, поцеловал. One week without Nick. Enjoy. And I'm also put bicycle there in balcony. See, you have so much space. Велосипед убрал, теперь у них достаточно места для коляски. Че, будешь скучать? You will miss? Of course, yes. А мы будем зарабатывать деньги. И искать билеты до Москвы, потому что позавчера у меня была возможность купить билеты за 11500, и я ее немножко упустил, эту возможность. Сейчас, вчера заходил, билеты 14 тысяч минимум. Вот, надеюсь, мне повезет через пару дней, когда цены обновятся, и будет это все дешевле. Так, ну а я собрал чемодан, там много
продукции, такой, которую мне передали, вот, которую мы будем использовать, различные соуса, демигляс, паста на том-ям, чтобы делать суп тайский для тех, кто знает, ну и соус кисло-сладкий. Вот, почему мы там это все не сделаем, спросите вы меня, или не купим? Потому что там Магадан. Там, возможно, такого и не продают. Вот, ну а мне пора выдвигаться. Мы встречаемся сегодня в аэропорту часов в 10. В 10 начала регистрации. Вот. Что могу еще добавить? У Джанхэви курс назначили, лечение, максиклав. 5 дней минимум, ей нельзя кормить. Джанхэви, you understand, you don't need to give him milk 5 days, because it's antibiotic. But I don't understand. Pirnatalka, I'm use this milk and I'm give my milk also. They said no problem. All right. Yeah. А, ну тогда. Ну, в общем, ребят, если кто в теме, ну, как бы, кто знает, когда вы кормите грудное вскармливание называется, и используете вот этот препарат, что вы можете сказать по этому поводу? In Pirnatalka, they give me in the day 3 medicines, very heavy medicines, link. I mean, remember my cut? They gave me in the day 3 medicines, very heavy. But they say no problem for feeding. No problem. Ну, в общем, мнения разделились. Вот. Но все равно it's better you not give him this milk. Okay. Наверное, да? Как вы считаете? Yeah. Ладно, все, мне пора, Джанхэви. Давай. Кис. Yeah. Делать. What you will to do 1 week? I really don't know. Why not you 1 week? Going fast. Да? Отдохнем друг от друга. We will relax from each other. Да? Сегодня вообще не выспались. Пришли домой часов 5.